он делает? Тут... Клянусь быть верным королю Англии Эдуарду и не поднимать оружие против него и его наследников. Да поможет мне Бог. Рано. Роберт, твой отец – старинный друг, храбрый воин, спасший мне жизнь на святой земле. Ты достойно сражался 8 лет, но не на той стороне. Ты присягнул мне, и такое смирение радует. Это все? Да, сэр. Хорошо. Лорды Шотландии, сегодня каждый из вас принес аммаш мне, вашему законному сюзерену. А посему земли, конфискованные нами, вам вернут. Видишь, не все так плохо. Надеюсь, вы осознали тщетность вашего сопротивления и свою ответственность за кровопролитие, которого можно было избежать. Лорд Джон Комин, лорд Роберт Брюс. Подойдите. Я знаю, оба ваши клана имеют право на корону Шотландии, но отдать предпочтение кому-то невозможно. Поэтому Англия будет управлять вашим краем и собирать налоги. Наш наместник, сэр Эймер де Валанс. Сир. Отныне он возглавит управление Шотландией. Вы оба еще будете гордиться службой. И если хватит мудрости... Воспользуйтесь возможностью загладить все разногласия между вами. Пожмите руки. Отныне будем теми, кем некогда были. Друзьями! Свет! Музыку! Вина! Веруем! Поднимаю слово. Ваше Величество, знаменательный день. Роберт! Б.
Болезненный момент для тебя. Бывало и хуже, ваше высочество. Помнишь летние деньки в Вестминстере, когда я был мальцом? Игры в салки, поединки на деревянных мечах. Ты всегда был лучшим. Просто я был старше вас. А давай устроим поединок сейчас, как в былые времена. Чтоб я сразу нарушил клятву? Велено без оружия, ваше высочество. Молчи. Скажем, победителю 5 фунтов. Пусть будет 10. Я слышал, что ты азартен. Пирс, подбери ему меч. К несчастью, у тебя было некое романтическое представление о борьбе за отчизну. Что можно понять. Просто хорошо, Лак. Соберись, брат. Это даже мило. Я хотел выиграть. Итак, Уильям Уоллес, последний мятежник. Сколько ты уже выпил? Да все мало. Не горячись, Роберт. Говорят, он живет в Селкиркском лесу. Одни считают его мучеником. Другие безумцем. А ты кем? Я думаю, что он любит родину. Сильнее жизни. Дипломатично ответил. Ладно, к счастью, вы, шотландская знать, не разделяете сей страсти. Не то нам пришлось бы перебить всех. Ну, ты, ваше высочество. Джеймс Дуглас, стой! Ваше Величество! Чего тебе? Ваш отец желает видеть вас. Молчи! Разнялись. Сами знаете, насколько все это важно. Будь благодарен. Спасибо. Жди тут. Спасибо, епископ. Я посмотрю, это вы не спали всю ночь, гремя ночным горшком. Что ты творишь? У тебя есть обязанности к нам, просители. Садись! Когда ты повзрослеешь? Роберт настоял на нашем поединке. И я уже взрослый. Просто ты не очень жалуешь меня. Простите, сир. Последний проситель. Джеймс Дуглас. Дуглас? Ваше Величество, я сын сэра Уильяма Дугласа, умершего в заточении в Тауэре. Твой отец коварный изменник. Наши земли отданы сэру Ричарду Дрильфорду. У предателей земли изымают. Эта земля, сир, моя по праву рождения. Да ты с яйцами, как я вижу. Убирайся, пока не отрезал. Никогда больше не желаю слышать имя Дугласа. Я знаю этого юношу. Я крестил его. Прошу прощения за его дерзость. Ступай. Не искушай судьбу. Так нельзя. Он опорочил мое имя. Вот так ты и провел верблюда сквозь игольное ушко. Сэр, готово. Хорошо. Идем. Роб, кое-что покажу. Друзья, вы тоже. Нас ждет зрелище. Нам и так хватило унижений. Лорд Олифонт пытался сдаться 2 дня назад. Король Эдуард отказал ему. Хочет удостовериться, что нам все ясно. Роберт! Все должны понять, вы окончательно проиграли. Сажать греческий огонь! К тому же, его 3 месяца строили, не напрасно же. Милорды! И дамы! Перед вами
Волк войны! Вот теперь он может статься. Да, Кет. Поздравляю, сегодня вы среди победителей. Я горжусь тобой, Роберт. Ты имел смелость противостоять мне и мудрость покориться. Роб, хорошо, что ты взял сына с собой. Сэр Роджер де Моубрей, хранитель границы, покоритель Стерлинга, благодарим. И, наконец, сэр Ричард де Бур, маршал, верный слуга короны. Ваша милость. Мы отдаем руку твоей дочери Елизаветы, моей крестнице, сэру Роберту де Брюсу. И пусть сей брак символизирует гармоничный союз двух наших стран. Отцы могут поцеловаться. Хватит скорбеть по покойной. У Эдуарда намерения благие. Важно, что мы в милости. Этот совет с Валансом — пустая формальность. Эдуард отдаст корону нам. Он мне почти обещал. И стать лакеем? Да. Если это даст мне корону. А после меня — ты. Король Роберт. Увы, решено было сдаться. Иначе нас загнали бы до смерти. Ты поверил в миролюбие Эдуарда? Я этого не говорил. Что за мир с мечом у горла? Надо бороться. Александр, мы поклялись именем Бога. Нарушив клятву, мы обесчестим себя. Так что, ничего не делать? Нет, я не это имел в виду. Хватит! Отец принял решение. Нам выполнять. Род Брюсов владеет обширными землями по обе стороны границы. Тебе еще повезло. А что с первой женой? Она умерла, рожая ему дочь. Мне надо звать ее мамой? Нет. А вдруг она будет похожа на Джесси? Было бы неплохо. Ты готова? По слухам, у нее все-таки две ноги. Но воняет, как Джесси. Тихо. Небось, старуха. Роберт, ваше высочество. Отец поздравляет. А с епископом Ламбертоном вы знакомы? Епископ. Поздравляю вас, лорд Брюс. Милорд. Милорд, моя дочь Елизавета. Миледи. Милорд. С приездом. А ты, наверное, Марджери? А это кто такой? Наш пес Джесси, миледи. Зови меня Элизабет. Элизабет? Mm-hmm.
поместья в Ирландии. С них можно снимать оброк. Щедрый дар, милорд. Ты что тут забыл? Лорд Брюс позвал отпраздновать. Убирайся на кухню. Вам нравится? Почти. А вам? Я признателен вам за честность. Милорд, пора пройти в опочивальню. Прошу за мной. Давай, Брюс! Бакте! Пора кинуть балку! Оримус, Абрахам, Исаак, Якоб, Испириту Санктус, Юнус и Номине. Амен. Амен. Это ее комната? Да. Спасибо, что выдержали этот вечер. Знаю, было непросто. Отдыхайте. Как-то быстро. Ну уж ты-то разбираешься, Чемис. Что это за песня? Колыбельная. Красивая. Спасибо. Милорд. Вы обещали сократить подати, когда закончится война. Я помню, Иэн, но мы еще не возместили ущерб Эдуарду за восстание. Ага. Цыпленок? Доброе утро. Домашний скот там, возле лошадей, все остальное. Прочь дороги! Именем короля! В сторону! Живи! Шевелись! Я все улажу, отец. Разведите! Мы обязаны снабжать солдатами нашего сюзерена короля Эдуарда. Вы нам обещали отменить эту повинность! Я надеялся на это. Прекратите! Прекрати! Мой отец Ричард де Бург, маршал вашей армии. Полагаю, вы слышали о нем. Я знаю точно, он командует мужчинами, не детьми. Отпустите. Отпустите! Отпусти! Мы уже набрали.
поступили сегодня очень смело. Что-то еще? Нет. Тогда доброй ночи. Я тотчас же отправлю эти бумаги лорду Валансу. Роберт, я рассказывал, как я ходил в Святую Землю воевать. Я купил мартышку на цепи. Моисеем его окрестили. Много часов мы с королем Эдуардом провели, обучая Моисея. В итоге он смог ездить верхом и даже стрелять из крошечного лука, который Эдуард сам смастерил ему. Да. Эдуард был мне другом, Роберт. Братом по оружию. Но, боюсь, я ошибся, поверив ему. Отец. Отец. Что похоронили отца. Да, но я обязан заплатить налоги королю. Красавица. С дичью, сэр. Храни Господь. Дайте дорогу. Это твое, дружок, а? Ты потерял, а? Налоги из Каррика. Спасибо, лорд Брюс. Что случилось? Солдаты, держать строй! Разойдитесь! Именем короля! Расходитесь! Держите линию! Они казнили Уоллеса. Назад! Умрем!
Идем. Я? Уходим! Уходим! Расходитесь! Разойдитесь! Роберт, осторожно! Расходитесь! Надо остановить их! Мерзавцы! Роберт, надо что-то делать. Сила на их стороне. Роберт, их много. Поезд! Я перережу вам всех, мразь английская! Их уже не остановить. Роберт, идем, идем, Роберт! Роберт! Уходим! Еще вина не ладно. Спасибо, Чимс. Елизавета, я должен поговорить с братьями. Хорошо, я могу послушать. Один. Чимс, Гейл, Дрю. Милорд. Доброй ночи. Мы дали клятву на Библии короля Эдуарда. Ее придется нарушить. А в чем дело? Уоллес мертв. Люди берутся за оружие. Мира не будет. Что бы сказал отец? Отец умер. Это мое решение. Но вы все моя кровь. Моя семья. Я не справлюсь без вас. Надо собрать войско. Привлечь как можно больше лордов на нашу сторону, включая Джона Комина. Я прошу прощения, если был груб, но я должен знаю, сказать... Знаю, мои советы не нужны. Это правда, я слишком мало повидала. Однако, у молодой дамы моего положения достаточно времени, чтобы читать, иметь личное суждение и собственные выводы о природе власти. Хорошо. Сила в принятии решений. В том, чтобы не просто не захлебнуться в бурных волнах истории, но и выбрать себе лодку, взобраться в нее и поднять парус. Я выбираю тебя. И какой бы путь ты ни выбрал, я с тобой, моим мужем. Спокойной ночи. Спокойной. Не по душе мне это. Комину нельзя доверять. Тут священная земля, Ангус. Все равно не по душе. Что ж, он настоял. Я удивился, получив твое письмо. Хочу безотлагательно обсудить с тобой весьма деликатный вопрос. Звучит как-то таинственно. Это намеренно. Ясно. И мне вдруг показалось, что ты замыслил вновь поднять бунт. Мы уже пытались. 8 кровавых лет. Мы проиграли. Ибо не объединились. Нет. Ибо ваша семья была слишком занята погоней за короной. Ты хочешь отказаться от притязаний? Я хочу, чтобы мы оставили соперничество и вернули нашу страну. А потом бы решили, чья корона. Мы. Не Эдуард. Джон,
Вместе мы могли бы собрать 20 тысяч человек. В борьбе у нас есть шанс. Ничего не выйдет. Люди устали от войны и страданий. Уоллеса пытали и казнили. Люди не устали. Они жаждут справедливости. Уоллес получил по заслугам. Он был не человеком, он был идеей. Разрушительной и опасной. Настолько же опасной, как и предложенная тобой идея. Вы, Брюс, и все такие же. Джон. Ты недостоин нашей страны. И клянусь, я сделаю все, лишь бы ты не стал королем. Как только я объясню Эдуарду смысл твоего письма ко мне, он наденет мешок на твою голову. А корону Шотландии на мою. Он бы выдал тебя, Роберт. У тебя не было выбора. Надо рассказать Ламбертону. Теперь я обречен. С Робертом у нас хотя бы есть шанс. Его надо отлучить от церкви, как того потребует папа. И что нам остается? Отречемся от него сейчас, останемся во власти Эдуарда. Само существование шотландской церкви под угрозой. Никто не спорит с этим, но вы просите нас... поддержать убийцу? Ответ ясен, разве нет? Вы исповедуетесь, и я отпущу вам грех убийства Джона Комина. Если поклянетесь поддерживать церковь, мы поддержим вас, как нашего короля. Все надо сделать быстро. В Скуне. В Скуне небезопасно. Английский гарнизон в Перте. Для народа должен быть Скун. Нам нужна легитимность, особенно сейчас. Тогда Скун. Я так устал от Шотландии! Зарезать соперника в святом месте. Это безумие. Я знал, что он ненавидел Комина, но не думал, что настолько. Он коронуется, прежде чем папа успеет отлучить его. Король? Роберт, думаешь, он посмеет? Да. Поручи это мне. Я знаю, ты считаешь меня неспособным, отец. Но я стану королем. Хм. Однажды. Испытай меня. Что бы ты сделал? Я бы поднял дракона, отец. Сообщите Валансу, Роберт Брюс отныне вне закона. Любой мужчина, женщина, давший кровь ему или его людям, будет казнен без суда. Мой сын поднимет знамя войны. Законом рыцарства конец, пощады не будет. Из-за твоего безрассудства убьют нас всех. Нет, если станем плечом к плечу. Епископа его простили. И вы тоже сможете. Все не так просто. Да почему же не просто? Мы обещали нашим людям мир. Не надо было сдаваться. Выбора не было, и лидера не было. А теперь есть. Комины и Беллиолы ни за что не согласятся с этим. Я тоже. У Беллиолов был шанс. Подумайте, что вы делаете? Пора меняться. Малкольм! Ему нет прощения. Он осквернил храм. Роберт, я с тобой. И я. Продолжение следует...
Будьте осторожнее по пути в Скун. Теперь у нас враги повсюду. Простите, что втянул вас в это. Я понимаю. И помню свой долг. Спасибо. Я буду рядом. Возьмем? Спроси у отца. Можно взять его с нами? Нельзя, прости. Чемис позаботится. Пожалуйста. Выступаем! Будь начеку. Чего тебе надо? Стой! Стой, я сказал! Милорд, я Джеймс, сын Уильяма Дугласа из Дугласдейла. Ты похож на отца. Я пришел к вам как ваш защитник. А если он шпион, подосланный Коминами? Или Эдуардом? Чего хочешь на самом деле? Вернуть то, что Эдуард украл у нас с отцом. Наши земли. Мое честное имя. Если дашь это, буду верен тебе вечно. Я убил Джона Комина у алтаря. Стоит знать, кому ты готов присягнуть. Ты честен? Я стараюсь. Мне годится. Как же нам повезло. Вставай в хвост. Да будет сей удар последним без ответа. Следующий. Венец всех прежних шотландских королей украден английским королем, как и наш древний коронационный камень. Но у нас есть еще немного злата и мастера по работе с ним. У нас есть корона. У нас есть король. Восславим Бога. Я возвожу тебя, Роберт Брюс. Сын Роберта Брюса, сына Роберта Брюса. Сына Изабеллы Хантингтон, дочери Дэвида, графа Хантингтона. Сына Генри, графа Хантингтона. Сына Дэвида в короли шотландцев. Господь, храни короля! Господь, храни короля! Ваше Величество,
чудес. Для меня это корона. Символ моего долга — служить шотландскому народу. Мой титул — король шотландцев. Не страны, а людей. Этими лебедями я клянусь отомстить за осквернение кровью имени Бога! Клянусь вечной верности Роберту Брюсу, королю шотландцев. Благодарю, милорд. Скримджер, у тебя руки как камни. Это лапы. Мой отец медведь. Я тоже клянусь в вечной верности. Люди Валанса собираются в Петре. И вот уже испытание. Да. Ваше Величество. Вы поступили мудро. Этот убийца мне не король. Ему недолго осталось. Принц уже в пути с отрядом. Свободный от окоп рыцарства. Они идут под знаменем войны. Я король шотландцев, глаз народа. Я требую вернуть нам замок Перт. Я требую, вернитесь на родину. Король шотландцев. Ты убил моего зятя и сделал мою сестру вдовой. С нетерпением жду боя. Мы можем разрешить конфликт поединком. Сейчас. Принимаю. Но сегодня воскресенье. Для тебя нет ничего святого, но я-то другой. Тогда завтра. Тогда завтра. Роберт, этого не было в планах. Он кровожадный зверь. Хороша ли эта идея? Я сам разберусь. А если он убьет тебя? Мы не ждем принца. Принц сыграл свою роль, подняв знамя с драконом. Вы уверены в своей затее? Король ясно дал понять, у нас развязаны руки. Они все вне закона. У них нет прав. Опять всех обыгрываешь, Арчибальд? Хотите сыграть с нами, сир? Попозже. Не увлекайтесь. Засранец. Добыл, Дрю? Да, сир. Молодец. Я не нашел пристойных кубков. Как и пристойного вина. Ага.
Как майский король с королевой. Наступит завтра, и короны исчезнут. Нет. У нас впереди слишком много работы. У нас? У нас. Если я умру завтра. Нет, нет, не будем. Если я умру завтра, то ты ее, а она твоя. Делай, что должно. Ты поняла? Что это? Роберт? Атака! Атака! Пригнись! Идемте! Быстро, быстро! Марджори! Что случилось? Вставай, вставай! Идем! Идем! Пригнись! Держись крепче! Куда вы? Пригнись! Лестница меня! Нил! Я иду к Роберту! Сюда! Сюда! Веди их к лошадям! Огонь! Марджори, бежим! Скорее! Быстрее! Коней! Дайте коней! Пехота! Люди Атала! Со мной! Визит в Килдруме. Лорд Фрейзер наш друг. Не волнуйся, брат. Я их уберегу. В седло! Фрейзер переправит вас во Францию. Я хочу с тобой.
Ой, папа, папуля! Мы встретимся там. Возьми нас с собой. Тише, папа, тише, Марджери. Нам надо ехать. Надо ехать. Берегите друг друга. Марджери, идем. Я найду вас. Быстрей. Папочка. Вперед! Запомни имя Дугла! Уходите, уходите, уходите! Идем, выводим его отсюда! Давай! Брюса тут нет! Всех пленных перебить! Пусть шотландцы видят, чем им обернется присяга их королю. На колени. А как быть с Аттелом? Он же граф. Везите в Лондон. Ты мерзавец, Валанс. Король повесит его за измену. И Перси. Огласи. Золото тому, кто приведет нас к Роберту Брюсу. Скажешь несколько слов людям? Что я скажу? Отдадим им коней. Джон, ты ранен. Дункан, сюда. Спасибо. Можем уйти на Айлей. Ко мне домой. Остров далеко, никто не додумается искать тебя там. Завербуем островитян. Пополним наши ряды. Роберт, что ты думаешь? У нас ведь нет выбора. 50 человек против самой мощной армии мира. Стой! Лорд МакДугал. Хотите примкнуть? А зачем нам нужно это? Никаких налогов Эдуарду. Мужчины не будут гибнуть на чужих войнах. Мы объединим Шотландию. Отберем назад. Дерзкий ты, Брюс. Отдаю должное. Комин был мне кузеном. Ты нам не король.
Иди. Лорд Фрейзер, мы привезли королеву. Ваше Величество, прошу за мной. Добро пожаловать к Килдруме. Ты знаешь, Марджери, моя мама выросла здесь. О, там, ты можешь занять ее спальню. Миледи. Двинемся на юг, наткнемся на людей Валанса. На север, обратно на землю Макдугала. Если на лодках переплыть залив, то затем холмом путь к острову Ангуса. Чудная идея, Дуглас, но это решето, а не лодка. Тут есть крепкое! Мы же не бросим коней. Люди нам нужнее коней. Юэн, собери какой есть провиант. Джеймс, спрячь коней в лесу. Александр, идешь со мной. В лодку садится как можно больше людей. Хэмиш, Джон. Кони уже в лесу. Давай. Вперед. Мы вернемся за вами. Оставьте лошадей и идите за мной. Вижу дно. Поднять весла. Тихо, тихо. Отлично, Алекс. До скорого. Ангус! Смотри! Макдугал! Всем в лодку! По лодкам! Макдугал! В воду! Макдугал! Плывите к ним! Люди бьются! Держать оборону! Умри, пока не сбрются! Закомина! Лодка! Вперед! Юэн! Забирайтесь! Забирайтесь! Быстрее! Вот так! Давай! Спасибо, блядь! Алекс! Нет! Алекс! 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 Нет! Нет! Юэн, нам нужно место для живых! У нас его мало! Я его не отдам! Прости, мать!
Баланс! Ты не дождался меня! Атаковал ночью с большим перевесом, использовав элемент неожиданности, и все равно упустил! Это был успешный бой. Мы их изрядно изрубили. Уйти удалось немногим. Включай Брюса! Твоя цель, наша цель, была поймать его, а ты не смог! Мои разведчики ищут его, ваше высочество. Объявлена награда. Поплатишься головой, если не найдут. Лорд Бекин? Ваше высочество? Есть вести о Брюсе? Нет, ваше высочество. О его жене и дочке. Марджори, мы так долго ехали. Неужели ты не устала? Нет. Сюда идут англичане. Надо бежать. Спрячьтесь в лесу. Я пришлю людей с лошадьми. Бегом, бегом. Лорд Фрейзер! Мы знаем, что у вас жена и ребенок Брюса! Выдайте их, и я подчажу замок! Заряжай! У нас их нет, ваше высочество! Пали! Не надо взять здесь замок! Я открою вам ворота! Нил, где Роберт? Ваше высочество, я не знаю. А где его жена и дочь? Уехали в Тёрнбери во вторник. Уехали в Тёрнбери во вторник. Элизабет! Где твой брат? Клянусь, я не знаю. Клянусь. Я не Клянешься? Знаю. Ты меня вынудил. Элизабет, Марджори, я с тобой. Пустите. Ваше высочество, клянусь. Пустите. Клянусь, я не что знаю. Что нет, прошу, умоляю. Нет, я клянусь. Нет, нет. Нет. Смотри на меня. Где твой муж? Мы не знаем. Прошу, пощадите. Ваш отец тиранутивый. По-твоему, я слабый? Сострадание не слабость. У меня есть все черты характера отца, кроме одной. Жалости. Фрейзер. Ты на вид... разумный человек. Где Брюс? Я правда не знаю. Повесьте обоих. Дабы остальные видели, что будет с теми, кто поддерживает Брюса. Заберите женщин в Англию и отберите все его земли. Оставьте его ни с чем. До встречи. За ним уже на обед.
Лорд Маккинан, до меня дошел слух, что ты сделался королем, и принц лютует, разыскивая тебя. Я пришел просить о поддержке. Я с моими людьми был с Оллисом при Фалкерке. Где ты был тогда? При Фалкерке нам было не выиграть. Идти с тем, кто не выиграл ни одного открытого боя? Я слышал, ты едва унес ноги из Метвена. На нас напали глубокой ночью. Сколько у тебя людей? 40. Я еще не собрал людей. Желаю удачи. От всей души. Добро, Слав. 3 дня. Я знаю тебя больше четверти века. Ангус. Дай нам, твоим Ангус. Сородичам, людей. Ангус. И пришли за помощью. Закончил? Со временем ты передумаешь. А я буду ждать. Идем. Рад всех видеть! Хэмиш, как дела? Как поживаешь, парень? Эйне, любимая! Где тебя нелегкая носила? Сказал на 3 недели, а уже 5-й месяц! Много дел было, любовь моя. Ангус! Тогда увидимся позже. Возможно. Это Роберт? Наш новый король. Да. Милости просим, ваше величество. Отрадно увидеться, Эйна. Идемте, обогреем и накормим вас. Один валит коня. Другой сбрасывает рыцаря и убивает его. Уязвимые точки. Подмышка, шея. Встань. Ну и бах. Еще раз подкатишь к дочке, отрежу яйца и скормлю рыбам. Ты понял? Ты что делаешь, гад? Дуглас, я тебя взгрею сейчас. Еще слаще на вкус. Считаешь это смешным? Ладно, кто еще? Слава богу. Я заберу девочку в нашу обитель для обучения. Только девочку. Это же чудесно. Сестры позаботятся о тебе. Они будут хорошо заботиться о тебе. Идем, дитя. А ты идешь? Нет. Нет, но... скоро мы вернемся домой. Я точно знаю. И папа? Угу. Идем. Пойдем. Давай. Нет. Вставай, нет. Марджери. Прошу, не усложняй. Не делай. Нет, я не хочу туда. Нет. Марджери, мы скоро увидимся. Я обещаю, обещаю, обещаю. Нет. Люблю тебя. Нет. Я люблю тебя. Нет. Иди. Я хочу назад. Все будет хорошо. Килдруми пал. Все мужчины казнены. Нила повесили, выпотрошили и четвертовали. А жена, дочь? Обе живы. В плену у принца.
Мы должны вернуться. Ты хотел быть королем. Теперь ты король. Такова цена. Мы победим, если ты выживешь. Думаешь о возмездии? Знакомое чувство. Оно рвет душу. Но может стать оружием. Долой рыцарство. Отныне деремся, как волки. Знаешь его? Да. Идем, Джеймс. Лорд Брюс? Ваше Величество. Ваше Величество. Иэн. Поздно ты. Где был? Да, простите, опять колесо чинил. Долго. Пришлось все сгрузить. Ладно, давай, давай. Разгружай, пока нам обоим не выпустили кишки. Лазурчик! На воротах! А? Что тут у тебя? Каша. О, пожалуй, я отведаю. Дай-ка мне миску. Сейчас. Нет! Гаррисон! Чемис, ты не ранен? Ваше Величество, наконец-то вы дома! Ненадолго. Они узнают, где мы. Вы уйдете с нами. Ага. Берем все, что можем, а замок сжигаем! Ничего не оставляем врагу! Жгите! Жгите все! Так и будем. Идем тайком. Бьем без предупреждения. Отбираем замок за замком. Сметая все на пути. Как-то не по-рыцарски, но мне нравится. Жгите все! И тащите, что можете!
Роберт, до земель моего отца день пути верхом. Для меня очень важно отбить их самому. Мне бы 2-3 парней. Возьми 5 и не теряй головы. Я лишился 2 братьев и не хочу потерять еще одного. Все на выход! Удачи тебе! С верным воскресеньем! С праздником! Однажды я, вон из того окна, видел, как отец с матерью стояли тут. И отец шептал маме на ухо. Не знаю что, но что-то смешное, потому что она долго смеялась. Я пил эту воду. Отравите ее. Бросьте туда этих уродов. Где эта дрянь? Клиффорд. Уехал в стан Валанса, милорд. Тогда мы с ним скоро увидимся. Друзья, не бойтесь, присоединяйтесь. Сюда, на праздничный обед, в вербное воскресенье. Стол накрыт для врага. Теперь он ваш, как и все в моем фамильном замке. Я служу Роберту Брюсу, королю шотландцев, за свободу нашего края! Замок сэра Ричарда также пал. Зачинщик, должно быть, безумен. Он все время выкрикивал одно и то же слово. Дуглас. Он заявил, что сражается за Роберта Брюса. Преступники продолжают грабить свои замки. Молва о делах Брюса неуклонно растет, как и число ему сочувствующих. Разумеется, есть еще люди, хранящие верность короне. Этим утром я встал, совершил омовение и пошел из опочивальни в большой зал. И по пути я споткнулся. Без причины, просто оступился. Что ж, и со мной так бывает. Особенно по утрам, когда тело не проснулось. Я надеялся состариться
и не погибнуть на поле брани. Но теперь понимаю, главная неприятность смерти по естественной причине в том, что, лежа в своей опочивальне, думаешь о всех делах, не доведенных до конца. Не бойтесь. Отец, мы не подведем вас. Да, вы же пленили пару женщин. Тут господа из Франции, сидевшие в темнице, хотят к вам. Le français toujours le bienvenu. Merci beaucoup, votre majesté. Это правда? Вы король шотландцев? Разумеется, это он, дерзкий малец. Эй, расскажи всем, что мы отвоюем нашу страну. Да, сир. Идем, Артур. А король настоящий? Роберт, да. Я привел людей. Дрю. Ваше Величество. Как хорошо, что ты вернулся. Мы нашли их на дороге. Мы считали вас павшими. Устроили нам засаду. Ну что, живой? Кое-что для вас, сир. Мне удалось унести из Мэтвина. Встань. Будешь хранить ее для меня. Ты прекрасно справляешься. Пуще жизни буду беречь. Как я тебе рад. Эй, на себе! Сменись на лу! Ничего, ничего. Все хорошо, Елизавета. Вы здесь, вы здесь. Все позади. Все хорошо. Мы так скучали. Все хорошо. Елизавета. Успокойся. Будь сильной. Посмотри на меня, посмотри. Я знаю тебя всю жизнь. Мой отец дарует тебе последний шанс только потому, что ты его крестница, понимаешь? Мы так благодарны вам. Ладно, спасибо. Да, да. Елизавета, откажись от титула королевы, и брак будет аннулирован. Что? Подпиши. Твой злосчастный союз был фарсом. Возьми перо. Ну же. Все будет хорошо. Ты правильно поступаешь. Не плачь. Успокойся. Роберт скоро умрет, а ты уедешь к себе домой. Если он скоро умрет, тогда зачем принуждать меня отречься? Он продолжает ускользать от вас. Это так? Ты смеешься надо мной? Я так добр к тебе! Ведь я даю тебе единственную возможность спастись самой! Так подпиши! Прошу вас, Елизавета. Пожалуйста. Возьми перо в руку. Прошу. Подпиши. 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 Я не могу.
Стража? Нет, 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 милорд. Елизавета. Милорд. Елизавета. Нет. 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 Остановитесь. Нет. Нет. Подождите. 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 Пора дать им открытый бой. Их войску, наше войско. Да. Нас уничтожат. Против их конницы нам не устоять. Ангус прав. Если попытаемся дать им открытый бой, нас просто сметут. Пускай. Мы будем готовы. Подобно пауку, сплетем паутину. Лучше переждать, Роберт. Собраться с силами. Нет. Мне надоело убегать и скрываться. Мы их спровоцируем и увлечем за собой. Замок графа Херфорда в Лохмейбоне взят Робертом Брюсом с 50 людьми. Вперед. Вот. Стой! Если умру, ты сваришь мое тело и будешь брать мои кости во все сражения с шотландцами до тех пор, пока голова Роберта Брюса не окажется на английской пике. Ты понял? С радостью, отец. Дай слово. Даю слово. Знаешь, я никогда даже представить не мог тебя во главе войска, направляющего коня по звуку барабана, рискующего жизнью во славу английской короны. Никогда. Отец, ты помнишь, когда я был маленьким, и ты бил меня? Я никогда не плакал. Знаешь, что тебя пугает? То, что я сильнее тебя. И это правда. Я сильнее. И всегда был сильнее. И скоро весь мир узнает об этом. Я позабочусь.
Хороните здесь. Не уважим его желания? Нет. Уважайте мое. Вперед! На Шотландию! Похоже, ты получишь свой бой, Роберт. Возвращайся домой! Англичане идут! Хотят нашу землю, но не знают ее. Здесь, вот это место. Пойдет? Да, вполне. Несите туда и заострите. Мама просила вернуть. Непременно верну. У меня дочка, как ты. Вы бы подружились. А где она? Если б я знал. Пришли сражаться за его величество. Он тут? Спускайтесь, нам нужны руки. Сир. Люк, держи. Спасибо. Вы еще не ели моей кровянки. Стой с дороги! Стоять! Стоять! Стой! Это перчатка Роберта Брюса, короля шотландцев. Видите, вон тот холм. Лауден-Хилл. Там дадим завтра бой. Ну, народ. Сорвите их свиньям! Левый, правый! Снесите их бошки! Нам выгоднее закончить это сражение побыстрее. Закончим. У нас 3000 конных воинов. Да, и цель у всех этих людей простая. Человек, которого вам не удалось поймать. Сколько нас? Почти 500. Силы у нас неравные. Тягаться бессмысленно. Оставим лошадей в тылу и воспользуемся преимуществом земли. Любой ценой удерживаем центр и тесним их к флангам. Просто. Бог даст, этого хватит. Ваше Величество. Простите, мне не стоило сомневаться. Сколько у вас людей? Нас 40. Вы тут. Это главное. Спасибо. Садись с нами.
Слыхали, Эдуард не перенес похода? Да. Его сын гораздо опаснее. Держи, ешь.